Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск передачи «События» студии тележурналистики Дома детского творчества у Вознесенского моста. Сегодня в выпуске. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Во Дворце творчества прошел конкурс «Живое поэтическое слово». До недавнего времени этот праздник был знаком в России исключительно по американским фильмам. Теперь его отмечают и в школах нашего города. Какие подарки дарят, а какие хотят получить петербуржцы в наступающем новом году? А теперь об этом и другом подробнее. Во Дворце творчества Вознесенского моста прошел районный конкурс «Живое поэтическое слово». Ах, война, что ж ты подлое сделала? Вместо свадеб, разлуки и дым наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Конкурс «Живое поэтическое слово» возник 13 лет назад. Как отмечают его организаторы, он был необходим школам, в особенности учителям по литературе. Конкурс проходит в 3 возрастных этапа. Учитывается и выбор материала, и культура исполнения в соответствии с репертуаром. Однако для жюри не очень важно, с каким выражением ребенок читает стихи. Главное, с каким пониманием и осознанием он это делает. Очень интересно наблюдать за детьми. У нас некоторые дети читают с 1 класса и до 10, то есть участвуют во всех 3 наших возрастных категориях. Время от времени в нашем календаре возникают новые праздники. К примеру, в 2008 году появился День семьи, любви и верности. Однако есть и такие, которых в России пока нет, но их с удовольствием отмечают. Об одном из них расскажет наш корреспондент Арсения Варлашина. Хэллоуин пришел к нам от древних кельтов. Отмечают этот праздник 31 октября. Главный символ – тыква-светильник. Почему именно тыква? Да потому что это был самый дешевый и доступный овощ в то время. Традиционно деревенские дома украшали пугалами. Главные цвета – черный и оранжевый. Первоначально он был связан с мистикой. Но сегодня большинство стран воспринимают этот праздник как лишнюю возможность надеть какой-нибудь костюм и ненадолго стать актером. Я призрачный гонщик. А почему ты выбрала именно этот костюм? Ну, потому что мне нравится фильм «Призрачный гонщик» и «Призрачный гонщик 2». Почему ты выбрала именно этот костюм? Ну, потому что ничего другого не было. Просто был самая страшная идея. Ну, Хэллоуин – это больше всего праздник нечисти, в котором люди входят в дома и берут конфеты. Каждый человек одевается в нечисть, чтобы, например, они думают, что всякие призраки прилетают на Хэллоуин и забирают тех, кто не притворяется всякой нечистью. В 243-й школе Хэллоуин празднуют первый раз. Пятиклассники участвуют в различных конкурсах и играх, представляют домашнее задание, готовят какое-нибудь тематическое блюдо. К примеру, в этом году были пальцы с ногтями. Нет, пальцы были не настоящие, а из теста и орехов. Тайное голосование определяло, чей костюм или блюдо были лучшими. А вообще-то на этом Хэллоуине проигравших не было. Каждый получил какой-нибудь необычный подарок. Лизунов или сладких червячков. Кому-то досталась слизь. У нас еще вот кошка Настя. Маша. И еще один у нас костюм. Среди главных организаторов Хэллоуина Жанна Куликова. Это мама одной из учениц этого класса. На вечере она была в костюме чертовки. Но идея проведения праздника была общей – детей и взрослых. Вместе выбирали дату проведения. Именно дети предложили организовать конкурсы костюмов и вырезание тыквы. На подготовку ушло всего 2 дня. Ну вот сегодня мы всем показываем, что у нас нехорошего есть внутри. И всем сегодня можно это делать. И показывать, что же тайное и черное в нас есть. Мы это выгоняем. И это отмечаем одновременно. Поздравляем! Всем спасибо! Больше всего понравилось, наверное, все-таки угощение. Но и призы. Анна Владимировна, классный руководитель, была удивлена желанию детей отметить столь странный праздник. Но, увидев сплоченность ребят в подготовке, изменила свое мнение. Сам праздник может быть по себе чем-то и страшный, но мы отмечаем его очень весело, детям радостно, хорошо. Возможно, этот праздник был не такой большой, как в Ирландии или Шотландии, однако по яркости и необычности вряд ли уступит. И я тут была, мед пиво пила,
по усам текло, а в рот не попало. Арсения Варвашина, Маргарита Шехтодина, Дмитрий Смыслов. Специально для программы «События». В гости к гостям. Под таким необычным названием во Дворце творчества прошел праздник, а точнее праздничек. Именно так было написано в пригласительном билете. Его главные участники – воспитанники нескольких коллективов. Что послужило поводом для этой встречи, узнавала Мария Зверева. На празднике в гости к гостям дети знакомились с педагогами, а педагоги с детьми других коллективов, ведь своих-то они хорошо знают. Можно сказать, что каждый на празднике чувствовал себя как дома, а поэтому захотелось перефразировать известную поговорку в следующую: «В гостях хорошо, как дома». Этот праздник проводится первый раз, поэтому у нас сегодня дебют. Я надеюсь, что все и воспитанники, и родители получили удовольствие и пользу от того, что сегодня пришли к нам во дворец. Пропуском в гости был не только пригласительный билет. Все дело было в шляпке, которую каждый должен был украсить на свой вкус. Оказалось, на каждой шляпке был свой номер, который участвовал в розыгрыше лотереи. В результате каждый ребенок ушел не только с улыбкой на лице, но и подарком. Мне понравилось, как педагоги рассказывали о себе. Больше всего понравилось, когда мы ездили паровозом. Это первая, но не последняя встреча ребят из разных коллективов организационно-массового отдела. Как заявили педагоги, подобные встречи теперь будут проходить регулярно. В следующий раз ребята вновь видят друг друга на новогоднем вечере. Мария Зверева, Маргарита Шехторина, Дмитрий Смыслов. Специально для программы «События». До нового 2015 года осталось совсем немного времени. Как будут его встречать петербуржцы и какие подарки готовят, узнавала Мария Зверева. На улицах уже стоят везде елки, дома, школы и наш дворец сверкают огнями в предвкушении праздника. Интересно, все ли загадали подарки? Или, как обычно, ждут, что Дед Мороз сам знает, что подарить? Об этом я сейчас и спрошу. А ты веришь в Деда Мороза? И почему? Я верю, я один раз проверяла, что всегда были на кухне, в комнате моей никого не было. Я прихожу с кухни, а там подарок лежит. Верю, потому что очень хороший персонаж. Надо в нем разочаровываться. Если что-то сильно пожелать, то это обязательно сбудется. Я родилась 1 января, и дети мои верят в Деда Мороза. И я тоже сказала, есть Дед Мороз, подарки принесет. Верю, надо верить во что-то хорошее. Ну да, потому что каждый раз, когда я просыпаюсь под елку, много подарков. Я не очень верю, просто всегда вижу, когда мама ставит под елку подарок. Он принесет подарки. Верите или не верите? Надо верить, потому что Новый год приходит вместе с Дедом Морозом, со Снегурочкой, да? Подходит Новый год. Как вы к нему готовитесь? Мы украшаем квартиру, наряжаем елку, развешиваем гирлянды, покупаем подарки для своих друзей, близких, коллег, для учителей в школе, для воспитателей в детском садике. Хотим всех поздравить. Да нет, я уже старенький, и подарков как-то не особенно жду, а внимания, конечно, жду. Просто перед Новым годом загадываю желание и ложусь спать. Дальше? Ну, на утро уже подарки. Девочки, у меня две внучки, они даже пишут Деду Морозу письмо и кладут в морозильник, в холодильнике в морозильник, и он, Дед Мороз, исполняет их желания. К сожалению, у меня так уж не получается, пиши, не пиши. Подарки нужны, да, ну, они хорошее настроение создают. Я хочу, чтобы мир был у нас, в нашей стране, чтобы все наконец нормализовалось, чтобы Луганск и Донецк наконец приобрели мир. В конце года
Принято не только подводить итоги года минувшего, но и составлять планы на новый. Накануне праздника мы встретились с директором нашего Дворца творчества Вознесенского моста Этель Александровной Музи, чтобы узнать, что ждет воспитанников в 2015 году. Этель Александровна, подскажите, пожалуйста, как закончился этот год? Как закончился для Дворца? Да. Ну, я считаю, удачно. Вот я только что со всех отделов собирала все результаты нашей работы за полгода. Результаты замечательные. Участие в международных, всероссийских, городских конкурсах и везде призовые места. Наши ребята молодцы. Ну и педагоги, соответственно. В 2016 году, ну, я думаю, ждать результатов не меньших, чем в этом году, а может и больше, потому что у нас очень творческие дети, очень творческие педагоги. А вообще в 2016 году, 27 января, исполняется 85 лет нашему дворцу. А сейчас от себя я хочу поздравить всех, и педагогов, и детей, с наступающим Новым годом, чтобы была хорошая погода, чтобы у нас была удача, чтобы все мы были здоровы, здоровы наши семьи, чтобы мы никого не потеряли в следующем году. Это все, о чем я хотела вам рассказать сегодня. До встречи в новом 2015 году. В студии была Маргарита Шахторина. С Новым годом!